до ущелья. Подойдем поближе. Сейчас. Явно вода бежит иногда. Метки тут идут по такому плечу. Оттуда вот мы идем. Капец. Вот модули видно. Часа уже идем, сколько еще будем идти? Это мы отдохнувшие идем, а вчера мы уже были все уставшие. Вчера мы только на эту гору бы забрались и все бы сдохли. 4 часа так-то идем. 12. Мы сколько вышли? 8:20. А 7:20? Да, 8:04. Значит, 4 уже. Так это вообще как минимум еще 2 часа точно идти. Мы бы вчера не дошли бы, упали бы, были без воды. Какое тут царство. Только что подскакали полянку гигантского крумника. Пошли до воды. На карте ее тут нету. Время 12:00. 100-627, ой, 32-92. Это все с этой 700 метров. Более-менее начинается тропа. Видимо. Мы уже идем. Вот тут вода. Это не таборная. Просто ручеек. Да. Это тропа. Капец. Не тропа. Вот это тоже вся тропа. Каскад ручейков, чтобы 5 нарых было на расстоянии где-то метров 100-200. У нас уже облачка тут появились, мы торопимся. Таборная около 1,5 километров. 13:36. Привал.
выперлись. Я какое левое русло таборное, а воды-то и нету. Ренат нашел воду. Да. Ренат вон пошел. Спас. 10 метров вверх и нашел воду. А вот тропа эта выходит сюда. Какие-то тут маркеры. А в какую сторону стоянка? Вот. Вообще без. Вот эта тропа вдоль таборной. Да? 15-10. 666 высота, 35-99 пройдено. Было бы здесь 5, не достали. Да. Надо поискать просто. Может быть. Надо. Да, пешком бегать туда. Да. Вон туда нам надо. Вообще идти наверх по тропе. Метр 150-200. Там будет водопад с озером. Не сходили, нашли. И тут у нас уже начало громыхать. Даже несколько капель упало. Вот и вода. Тут она заканчивается. Да, прикидывайте, какой облом тоже. У нас случилась паника, когда мы увидели, что воды нет. Да. Короче, заповедник еще обустраивать, мостик сделан. Вот так у меня надо под там пониже чуть-чуть. Такая вот тут стояночка. Камешки везде. А? Камешки везде. Так везде камушки, вот там. Туда что за тропа? На Тулун? Так, что мы имеем? 15-51. Высота 686, 36-33 прошли. Все, остаемся.